играешь? Всем привет! Мы сегодня играем в Майнкрафт. Марика в творческом. Это же Марика. Да, вот Марика. Вот я махую головой. Папа, папа, пошли к папе. Папа, привет. Пап, привет. Это папа. Пацаны, идите ко мне. Идем к Марике, видишь, имею. Пап, ты куда идешь? Я хочу мясо добыть. Папа еще не очень в Майнкрафт умеет играть. Где будем дом строить? Ах ты, утопленник, смотри, утопленник. Так, мальчики, идите ко мне, нельзя. Надо мне... Папа хочет мяско добыть. О, пусть курочка. Добывает. Смотри, кролик. Так, мальчики, идите ко мне, я уже нашла место, там где будет дом. Так, мальчики, вам задание. Кому мяско? Угу, у тебя будет голод из-за того, что ты поел. Вот, вот здесь вот будет дом. Давай, все, Марик, строй нам дом. А, добывайте дерево. Ну, пошли, Марик. Пап, добывайте дерево, крафте доски и помогайте мне. Угу. Что робити, доця, я не в курсе. Дерево добывать. Це як? Это вот так, смотри. Это просто зажимаешь дубину дерева и все. Смотри, пап, вот так ты подходишь к дереву. И вот так зажимаешь. И оно видит, что его ломаешь, добываешь, значит. Из них мы сможем скрафтить топорик. Что сделать треба, я не разумею. Добыть дерево! Короче, я сама дострою, не надо добывать. Нет, я уже добыл. 4, я что-то спрашиваю. Папа там, похоже, нам еду добывает. Не, я тут камень добываю, землю добываю. Понятно. Так, забирайте эту землю! Куда забирать? Ой, куда это я зашел? Так, все, строим дом. Так, сейчас надо крафтить. Так, вот, крафтить. Папа, можно минуточку? Не могу, это я... Ну, папа, ну хочешь, чтобы у тебя были доски вместо дерева? Хочу тоже. Так, дай сюда. Мария? Не, Марик, не надо. Он хочет... Он же только учится, он же должен тоже уметь в Майнкрафт играть. Ну, ладно, пусть. И сам крафтит. Ну, у нас дом из дерева не будет. Ну, пускай там немножко дерева будет. Какая разница? Так. Так, берем доски. Так, уже скоро ночь начинается. Угу. Марика, ты будинок будувала нам? Где нам я вот 20 вот таких вот досочек добыл. Ой, Марика. Прости, папа. Это я, Миша. Я вот таких вот досок. Ну, ты что, девочка, что ли? Ну да. Мариечка, ты можешь по бокам поставить фонари, чтобы мы могли бачить, откуда прийде ворог? Угу. Ух ты! А як можна поставити фонарі, Міша? У мене немає фонарів? Ні. Пап, повернись, ти зараз уйдеш далеко в ліс, і тебе монстр сидить. Так, я дом. От, йдемо. Пап, смотри. Такий от домик. Я дом. Фонар треба поставити, обожди. Так, постав папі фонарики, пап, Марі. Зараз поставлю. Там уже зомбі і скелет ходять. Ой. Так, в дом! Папа, ко мне иди. Ты дом, я не бачу. А вот я, привет. Вот, заходи в эту дырочку. Ой, прости, пап. Заходи в эту дырочку. Все, ты дома. Ух, спасибо за фонарик. Так фонарики треба и на улице поставить. Да, чтоб папа. Чтоб было видно. Давай. Ты можешь мне дать фонарики, а я пойду поставлю. Папа, ты...